Успешную совместную спецоперацию провели белорусские и российские правоохранители. Ее итогом стало задержание уроженца Чечни, подозреваемого в совершении двойного убийства. Организована спецоперация была на основании ориентировки из полиции России. Там говорилось, что преступник, который находится в розыске, планирует вылететь из Беларуси в Турцию. Задержать подозреваемого удалось в национальном аэропорту Минск. Известно, что россиянин подозревается в убийстве двух женщин в дагестанском городе Хасавюрт. Времени у сотрудников уголовного розыска было всего сутки, потому что имелись достоверные сведения о том, что предполагаемый убийца предпримет попытку скрыться за рубежом. Что, в общем-то, и было сделано. Он был задержан во время, в зоне уже вылета, на Стамбул. Ему инкриминируется участие в двойном убийстве, когда в Хасавюрте, Республика Дагестан, он хладнокровно расстрелял из пистолета двух женщин 60-го и 86-го годов рождения.